понедельник в Самарской области малооблачно, осадки не прогнозируются. Плюс 21, плюс 23 днем, ночью 13-15 выше 0. Южный ветер 4-6, порывы до 13 метров в секунду. В Сызрани малооблачно. В дневное время плюс 22, ночью плюс 15. Южный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти солнечно, в дневное время плюс 21, ночью плюс 16, южный ветер 6 метров в секунду. В Самаре ясно, днем плюс 21, ночью плюс 13 градусов, южный ветер 5 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 36%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.